А сейчас о кинопремьерах в киноконцертном зале «Панорама». На большом экране новинка – постапокалиптический экшен «Аванпост». Российский фильм стал одной из ожидаемых премьер этой недели. Наш корреспондент сходил на один из первых сеансов в городе, а возрастное ограничение картины – 16+. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него. Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. Что-нибудь видел подобное? Я про такое даже не слышал. На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальную угрозу, сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находятся за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях, больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества? Плюсы «Аванпоста» — это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновым Москвой из будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины 16+, и киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском 29 ждет всех желающих на премьеру. Заказы бронирования билетов в ККЗ «Панорама» по номеру телефона 300 033.